Народный художник России Балабаев Александр Михайлович подарил мне эту свою картину. Я ее сейчас закрываю по тексту. В честь любви ко мне. Знаете? И моей любви к нему. Не к нему, а к непосредственно. Он сам такой неказистый какой, маленький. Вот. А вот к его работе. Меня удивила просто его работа. Тут вот много выставок. Вот много, посмотрите. Кругом это люди трудились. И вот, и он тоже трудится. Так вот, художник называется стихотворение. Художник. Холст на стене. Художник при нем. Что скажет он мне? Что напишет на нем? Ростом он мал, неказистый на вид. Говорят, он работой своей знаменит. Художник. Родной ты мой, да дай тебе Бог, чтоб ты превозмог все, что мог и не мог. Вот тянется кисть, и не дрогнет рука, кладет она краски наверняка. Да, кисть устремляется к точке одной, другой нет, не надо, не надо другой. Волшебную флейту ему напоет ту песню, за которой картина встает. Пусть ростом он мал, неказистый на вид. А где же тот холст? Он картинный. Вот за это стихотворение он не снял. Там все написано. Спасибо.